Завершился форум безопасности мобильных устройств Mobile Palm to Own 2016, на котором команды ресерчеров уязвимостей могли показать свои умения и получить за это деньги. Команде из Поднебесной, Tencent Kin Security Lab, Kintim, удалось заработать целых $215 000 за найденные недосеты в различных системах безопасности. Наибольшая доля была получена китайскими хакерами за эксплойты для Nexus 6P. Всего за 5 минут они взломали мобильное устройство без взаимодействия с пользователем и успешно установили на него вредоносное ПО. За это им вручили премию $100 000. Известно, что команде Kintim также удалось взломать iPhone 6s, но эффект вмешательства не сохранился после перезагрузки, а через защиту Samsung Galaxy S7 китайские хакеры так и не смогли пробиться. Тем не менее, корпорации выплатили финансовое вознаграждение общей суммой в $115 000 за найденные слабые места в системе безопасности.